How are you? I'm good. What is your name? My name is Anna. Where are you from? I'm from Kazakhstan. How old are you? I'm 10. Have you got a mother? Yes, I have. What is her name? Her name is Natasha. What is she? She is a nail designer. Okay. Have you got a father? Yes, I have. What is his name? His name is Dan. Okay. And what's the weather like today? Weather? It is sunny. What day is it today? Yes, what date is it today? Вспоминаем, как будет второе. У нас они там отличались. Первый, второй, третий по-другому назывались. Два это two, но второй на два не похож. Second. Thursday это четверг. Первый – first, второй – second, третий – third. The second of… February, yes, you're right. And what time is it now? Time? Два пятьдесят шесть. Ты помнишь мысленно картинку? 56 находилась в красной части или в желтой? Нет, в желтой. В желтой у нас какое было слово? Past или to? Past это после. To. И мы считали наоборот. Без четырех три нам надо сказать. Начало называем минуты. Минут у нас четыре, без четырех. Четыре до трех. Четыре. Мы с тобой определили, что слово будет to. Так, три. Так, как мы с тобой скажем? 3:30. Да, 30 по-другому, да. Все, 30 это half. Потом какое? Past. Three, yes. Okay. So, let's revise the words, please. Повтори, пожалуйста, слова. А экран видно? Нужно тебе повторить неправильные глаголы, да? Первую и вторую форму.
Давать. Первая форма, первая give, вторая gave. Give, gave. Да. Получать, доставать. Get, брать. Take. Took, верно. Иметь. Приходить. Си. Си, потом со. Went. Went. Yes, you're right. Нужно нам с тобой будет еще составить сейчас предложение с этими словами, но сначала давай мы вспомним, как с этими неправильными глаголами у нас образуется past simple. Повтори, пожалуйста, как образуется past simple с неправильными глаголами. Итак, как образуется утвердительное предложение? Если отрицательное? Да, и глагол в первое. И вопросительном? Yes, так, составь мне, пожалуйста, предложение. Он дал мне книгу вчера. Дал. Вторая же форма нужна. Gave. Мне книгу. Me. Как книга? A book. Вчера. Last. Last это прошлый, а вчера? Yesterday. Yesterday, yes. Так. Я не получила письмо на прошлой неделе. I
Нет. Письмо это letter. Letter. На прошлой неделе. Last. Last. Неделя как? Week. Last week. Так, теперь вопросительное. Ты брал мою ручку. Вопросительное. Брал. Мою ручку. Ручка пен, ну ладно, пенсил, карандаш, так и меч. У меня не было, ну не иметь это значит не было. У меня не было дня рождения вчера. У меня это дословно я не имела. Это и будет у меня. Я не имела, будет у меня. Я. Так. Не имела. I didn't have. Так. Birthday. Вчера. Yes. Yesterday, yes. Так, теперь приходить. Дедушка приходил к нам вчера. And Friday. Приходил. Come. Утвердительное. Came. К нам. To us. To us. Вчера. Yesterday. Yesterday, yes. Так, видеть. Вопросик. Ты видел мою сестру на прошлой неделе? Вопросик. Did. Видеть как? Did you see? Week, yes. Так, говорить. Я не говорила с моей подругой вчера. With. А подруга это то же самое, что друг. Ф. Friend. Так, запишем новую часть неправильных глаголов. Быть, находиться. Be, was или were. Первая форма be. Она у нас имеет три формы. Am, is, are. А во второй форме она имеет две формы. Was или were.
быть, находиться, be, которое в настоящем времени имеет три формы, am, is, are, и в прошедшем was, were. Становиться, превращаться. Become, became. Тут стоит запомнить, что буковка O дает звук A. Become, а это became. Become, became. Become, became. Начинать. Begin, began. Начинать. Begin, began. Begin, began. Приносить, bring, brought. Приносить, bring, brought. Приносить, bring, brought. Строить, build, built. Мы четко произносим, на что оканчивается. Строить, build, built. Build, built. Жечь, сжигать. Burn, burnt. Burn, burnt. Жечь, сжигать. Burn, burnt. Покупать, buy, bought. Покупать, buy, bought. Buy, bought. Поймать, схватить. Catch, caught. Поймать, схватить. Catch, caught. Catch, caught. Catch, caught. Выбирать. Choose. Chose. Выбирать. Choose. Chose. Choose. Chose. И последнее делать. Do, did. Do, did. Так,
Давай мы с тобой еще выучим. Я тебе не задавала учить это, я знаю. Но сейчас давай поучим те слова, которые мы тоже записали в прошлый раз. Поучи, пожалуйста, чтобы они у нас не копились. А то мы сегодня неправильные глаголы записали, которые тебе надо будет выучить. Okay, let's read and translate, please. Лицо. Yes. Now let's have a look here. Здесь у нас расположены части тела, и мы с тобой их тоже записываем. Face, лицо мы уже с тобой знаем. Теперь записываем. Hair. Видно вот здесь, как написано? Hair, волосы. Hair, волосы. Волосы. Дальше вот eyes, глаза. Eyes, глаза. Дальше. Ears, уши. Ears, уши. Ears, уши. Nose, нос. Nose, нос. Tooth, teeth. Зуб, зубы. В скобках множественное число. Обычно во множественном числе мы добавляем окончание s, но это слово исключение, поэтому мы записываем оба. И tooth, и teeth. Tooth, teeth, зуб, зубы. Tooth, teeth, зуб, зубы. Mouse, рот. Mouse, рот. Так, сюда переходим. Head. Голова. Head. Голова. Tail.
Neck, шея. Neck, шея. Shoulder, плечо. Shoulder, плечо. Arm, рука, от плеча до кисти. Arm, рука, вот эта часть, от плеча до кисти руки. Arm, рука, от плеча до кисти. Arm. Hand, это сама кисть руки. Hand, кисть руки. Hand, кисть руки. Knee, к не произносится. Knee, колено. Knee, колено. Toe, палец на ноге. Toe, палец на ноге. Foot, feet, ступня, ступни. Foot, feet, ступня, ступни. Окей. Теперь мы здесь немножечко с тобой вспомним, что когда мы употребляем. Прочитай, пожалуйста, первое слово. Pets. Как переводится my pets? Только мои питомцы. S на конце. Мои питомцы, ты каким словом заменишь? Я, ты, он, она, они, мы. Они. Они по-английски. They. They is или they are? Are, yes. Значит, получится my pets are funny. Translate, please. Translate. My. Переведи, пожалуйста. Funny это такие смешные. Number two. Рассуждай, Том это кто? Так, а it, he, she? У глагола. Значит, нас будет после Тома. Том. Likes. Likes, yes. Том likes, дочитывай, пожалуйста. Том likes winter. Translate. Том winter это что? Это зима. Том любит зиму. Number three. And doesn't. And doesn't. Leaves или leave? Нет, doesn't у нас жаден, а он S себе забрал. Оставил только leave. And doesn't leave. B-b-b-big. House.
Does. Tiny, I буковка открытая. Так, после tiny write или writes? Write или writes? Write, потому что does окончание забрал. Does tiny write letters and postcards? Translate. Tiny это имя с большой буковки. Что такое write? Write пишет. Letters. Письма. Postcards это открытки. Number five. First, как переводится? First, первый. Так, а January это что? Yes, first month of the year. Я думала, зимний месяц. Yes. Теперь мы по частям тела мы должны дополнить предложение. Например, a hand has got five fingers. На руке 5 пальцев. Number one. A foot has five. Five. Translate. На ноге, на ступне. Нет, fingers это на руках, пальцы на руках. А на ногах как пальцы будут? Toes. A foot has five toes. Number two. Так, переводим и вставляем. У нас есть head. Одна. Так, еще что у нас по одному? One nose, yes. Neck, yes. Yes, number three. Eyes. Еще. Есть. Два. Two ears, yes. Yes. Two shoulders. Shoulders.
S только забывай добавлять. Two shoulders. Two arms. Two hands. А то получится две рука. Knees. Ага, мы посмотри, как во множественном числе. К foot мы не можем s добавить. Feet. Two feet, yes. Number four. A man. Thirty. У человека. У человека. 22. 32 это 32. 32. Зуба. Yes. Нужно описать нашу куколку. What is it? Number one is head, okay. Number two. Nose. Number three. Number four. Neck. Number five. Так, а мы с тобой пальцы на руках не записывали, да? Запиши, пожалуйста, fingers, пальцы на руках. Fingers, пальцы на руках. Fingers, пальцы на руках. So number five is finger. Number six. Toes. Number seven. Feet. Number eight. Одна, да. Number nine, волосы. Number ten. Eyes. Number 11. Yes. Number, ну в данном случае одно ухо показывает, поэтому ear. Number 12. Лицо. Ты на сегодня, ты сегодня учила в начале урока. Так. Нам бы все... Нет, все идти надо плечо. Yes, number 14. Number 15. Let's read and translate this text and fill in the gaps. This is my my dog. Translate, please. This. Это. Это. Это моя кукла. Her name is Polly.
Б-б-б. Биг. Как это переводится? She is a big. Она? Big. Большая? Кто она большая? She is a big doll. She's got big green. У нее есть. Большие голубые. Как глаза по-английски? Ears. Short. Носик, наверное. Да, рот. Где это написано? У нее большие голубые глаза, мы ставили. Маленькие уши. Шот, короткий. Маленькие. Да, красный рот, да. Хюа. Сначала читаем, переводим, потом думаем, что ставим. Translate. Ее лон длинные и желтые, да, надо ставить волосы. Arms. Her. Translate. У нее есть. Две. This. Это ее правая. Правая. Правая что? Правая рука. Так, значит, что мы достаем? А это ее, правильно, левая, а левая будет left. Так. Five on her. Five.
У нее есть. Есть. Ten. Пальцы. Ten, да. Ten, 10 пальцев должно быть, да. Mm-hmm. Yes. She has got 10 fingers. Five. Как вопрос? Пять. Угу. На ее. Угу. Кисти. Пять на ее левой кисти должно быть. Левая как? Left. Left. А кисть? Hand. Mm-hmm. Okay, the next. Her fingers. Какие у нее ручки, пальчики? Mm-hmm. Okay. She's got not long. Legs. Legs. Закрыли буковку. Toes. Toes. Five. Five. Here. У нее есть. Long. Long это длинные, а leg запиши ноги. Мы там не записывали. Мы только ступни записывали, а ноги нет. А legs, ноги. Little. Ноги. Ступни. Little toes, как переводится? Пальцы. Угу. Сколько? Пять. Десять. Десять как? Ten. Пальцев. Little toes, ten little toes. Так, five on her. На какой? На левой. Угу. Так, левая как будет? On her left. Left. Foot. И? И пять. И пять. Five. On her. Правая. Five. Five. Ой, правая, right. Right. Ступня. Foot. My dog is near. My dog.
Моя кукла очень. Очень как красиво. Do, she can do many things. Her. Eat tasty things. Things. Walks. Может. Do. Делать. Many. Много. Много. Things. Вещей. Вещей. С помощью ее. С помощью ее. Ну, здесь мы сейчас ставим. Сначала вот это переведем. She. Она. Can. Нет. Она может. Она может. Eat. Кушать. Tasty, значит вкусные вещи. Вещи. Чем она может кушать? Маус, yes. The next. We. With. Это с. Ее. Мы пропустим и дальше переводим. Feet ступнями. Ступнями. С помощью того-то и ступней она walk. Что такое walk? Гуляет. Так, с помощью ступней и еще чего? Ног. Как по-английски ноги? Legs. Legs, yes. Так, tongue – это язык. С помощью ее языка и губ она. Она кушает. Так, как будет кушать? Eat. И с помощью ее она может here слышать. Слышать меня. Чем она слушает? Ушами. I say, says mom. Translate. Нет, просто я говорю. Я говорю.
Дорогая. Моя кукла. Говори, мама. Угу. I think язычок в бед. I think. My Think. Очень красивая. И еще какая она? Если она умеет говорить мама, значит она какая у нас? Умный как? Клево. I love. I love my dog. Yes, you're right. Read please the example. Прочитай, пожалуйста, пример. What do you hear? Here. With. С помощью чего ты? С помощью чего ты? Here. Слушаешь. Чем ты слушаешь? I hear my ears. Ears. What do you? Чего ты? Си. Видишь? With my. Yes. And the next. What do you I eat. So, okay, and this is the end of our lesson. Твое домашнее задание – выучить неправильные глаголы, а части тела мы поучим на следующий урок еще. Но мне кажется, ты уже в ходе этих упражнений уже запомнила. Thank you very much for the lesson. Wish you have a nice day. Goodbye.